Ну вот, я сейчас иду по такому лесопарку от улицы Денеш в парк Нормафа. А оттуда поднимусь на гору, вернее на холм Янушедж, холмы Януша. Самая высокая точка над Будапештом. Вот такой вот маршрутик. Внутри городской черты. Так. Вот такой густой лиственный лес. Есть разметка зеленая. По-моему, в Будапеште внутри города везде есть зеленая маркировка в лесопарках. Потому что в районе холма Геллерта тоже была такая разметка зеленая. Ну, вот такой густой лес. Идти 3 километра, как бы это не конец, потому что там еще нужно до Янушедж подняться. Ну, посмотрим, насколько я успею в плане времени, потому что сейчас уже 4:30. Ну, тут-то подниматься, я думаю, полчаса где-то. А дальше уже посмотрим, как и что. Ну, очень так приятно. Такой вот маршрут, вот зеленая разметка. Внутри, как бы, внутри города. Так, посмотрим, что здесь дальше. В принципе, он идет наверх. Очень густой лес. Очень густой лес. Так. И куда поворот? По идее показывает, что туда. Показывает, что туда. А туда что? Сейчас посмотрим. Вроде как нет ничего. Получается, что в ту сторону надо идти. Да, никакой разметки здесь нет. Ну ладно. Я иду чисто по знакам, поэтому буду ими руководствоваться. То есть явно это все проходит вдоль дороги, получается. Так, ладно, пойду дальше, значит, по тропе с зеленой маркировкой. Очень хорошо здесь. Так, удачи мне в продолжении похода.